одном окне выдавать земельные участки бизнесменам. Об этом в Уральске власти города договорились с Палатой предпринимателей и Фондом Дому. Именно эта процедура занимает больше всего времени, признаются бизнесмены. Теперь все разрешительные документы можно будет получить в Центре обслуживания предпринимателей. К слову, услугами открывшегося месяц назад центра уже воспользовались 150 человек, треть из которых записалась на бесплатные обучающие курсы. В данном акте выбора земельного участка указаны 12 инстанций, которые, чтобы согласовать, необходимо ездить по 12 инстанциям, расположенных в разных частях города и с различными регламентами работ. Порой даже предприниматель, который приходит в инстанцию, не может найти тот кабинет, тот орган, который согласовывает. У нас есть выделенные специалисты, которые занимаются только оформлением. Но это очень много времени. Держать специальных людей на оформление документов, я считаю, это расточительно. Надо работать в то время, как мы ходим по кабинетам. Я думаю, введение вот этого принципа одного окна по оформлению земли нам сильно поможет.